поливаешься вкусно? First of all, вкусно? Мясо едят. А? Наполеошек. Персабл. Не хотят разговаривать. Все заняты, бизи очень. Как ты чавкаешь вкусно, Наполеосик. Ой, вкусно чавкаешь. Как поросенок. Мясом их один день не покормишь, начинают кричать, как ненормальные. Такое чувство, если я упаду, они меня пустят на мясо, на стейк. Ой, не могу, все, все заняты, никто меня внимания не обращает, не смотрит. Наполеон там вообще зарылся в миске своей. Да, Наполеон? Зарылся? Ой, поросёнок. Ой, хрюндик. А ты, персин. Между прочим, персибо ест мясо, которое принадлежит Наполеосику, да? Собачьи консервы, да? Он у нас как собака этот кот. Вы знаете, хочу вам рассказать, что у нас персибо не использует песочек для котов, как это обычно, а бросится на улицу всегда. Подходит к двери или к балкону и начинает мяукать. Это значит знак, что его надо выпустить на улицу. Он пойдет, погуляет, свои делишки там важные все сделает и приходит обратно. Посмотрите, размером. У меня еще вопрос, кто больше, кот или собака? Я все хочу как-нибудь их взвесить. Посмотреть, сколько весит собака и сколько весит кот. Смотрите. Вот у нас такой зверинец. Да, на плёсе? Не планировали брать собаку. Вот у нас собака. Не планировали брать кота. Вот у нас кот теперь. Вот такие вот у нас здесь живности. Я правда, смотрите, сейчас рядом кот смотрится больше, чем собака. И ему мало, да? Он как он тарелочку почистил. Мало тебе, Наполеосе? Или тебе кому? Персюне, тебе мало? А? Ну, хоть бы кто-нибудь на меня посмотрел. Нет? Все. Персюне, не подходи, это он сейчас тебя съест. Ты что, рис будешь есть? Ой, я не могу, кот ест рис. Такого я еще не видела. Ой, кино и немцы. А? Голодающие по Волжье. Такое чувство, что вас не кормили 3 года. Ужас. Они кушают, как в лучших домах Лондона. Я так не кушаю, как они кушают. Все. Киса закончил трапезу и просится на улицу уже. Да? Вон он там сидит. Бам-бам-бам-бам. Кисуня. Вот он там сидит. Наполеосе. Ты бизи? Поросенок. Ну пока.